Медтехника больницы скорой медицинской помощи пополнилась портативным УЗИ-аппаратом. Samsung – модель конца 2019-го. Его уникальность – в высоких технологиях. Диагностика патологии системы кровообращения сосудов нижних и верхних конечностей, а также ультразвуковое исследование сердца через пищевод, как фиброгастроскопия. Этот аппарат имеет набор датчиков, один из них через пищеводный. Это вообще новинка для нашего города. Такого датчика нет ни на одном аппарате. Исследуется сердце через пищевод. Это позволяет нам уточнить диагноз заболевания сердечно-сосудистой системы, если какой-то сложный случай, например. Проводить исследования специалисты могут не только в ангиографическом кабинете, но и даже у койки пациента, если он, например, не подлежит транспортировке. Раньше люди с такими диагнозами направлялись в Могилев или Минск. Теперь все стало проще. С помощью УЗИ-аппарата уже обследовали первого пациента. Плюсы этого оборудования, отмечают медики, можно перечислять долго. Цветовое доплеровское картирование, есть 2D-режим, есть импульсный доплер, есть 3D, 4D изображение. Можно производить видео того, что мы снимаем. Есть группа очень сложных пациентов, для которых данный аппарат, он как бы просто необходим. Есть то, что мы не могли увидеть на наших аппаратах, теперь у нас появилась эта возможность. Этот аппарат здесь появился в преддверии 7 ноября. Открывать знаковые объекты и дарить подарки к важной дате стало доброй традицией. 2020-й для Бобруйска не исключение. Samsung приобрели за средства городского бюджета. Его стоимость 250 тысяч рублей. Хочу выразить слова благодарности исполнительной власти в лице Александра Викторовича Студнева, председателя горосполкома, за столь богатый, дорогой подарок, и которого мы ждали не один год. Я надеюсь, что с вводом в эксплуатацию данного ультразвукового сканера, естественно, улучшится и доступность, и качество оказания медицинской помощи. Сам же ангиографический комплекс в больнице СМП, напомним, заработал в марте этого года. Он открыл новые возможности для лечения горожан и жителей прилегающих районов. Диагностическое исследование сосудов, сердца, атеросклеротического поражения артерий и других патологий позволяет вмешаться на ранней стадии развития болезни и избежать операции. Своевременно поставить такие диагнозы, как инфаркт миокарда, ишемическую болезнь и врожденные пороки сердца. Мария Бересневич, Максим Галеонко, Бобруйск, 360.